Hey, yo guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию Manas Park. И как я говорил, сегодня мы сыграем с вами за другого персонажа, за новую нашу арбалетчицу Дам. Опа, у нее какие-то... Ага, у нас здесь сразу... Три спринта? Нифига себе. Так, я отвечаю за штуку, причиняющую боль. Я много работаю, чтобы сделать их еще более болезненными. Нифига себе, кузница. Так. Медвежий капкан наносит урон врагам. И мы можем прокачивать. Липкая сеть замедляет врагов, наступающих на нее. Делает вас неуязвимым. И у нас еще сколько? 1, 2, 3, 4, 5 предметов, которые у нас не открыты. Тогда у нас только была сетка, кажется, и капкан. И еще какой-то третий предмет, ну, я его считал бесполезным. Вот за бесполезный предмет я не помню, что там было. Бомба, что ли? Ладно. Допустим. Давайте к этому сходим. Да, я дам тебе. Я поищу добровольцев. Еще можно тебе? Вот тебе я возьму... Блин, я не знаю, вот это навряд ли буду покупать. Качаем. Ты действительно хочешь использовать одну руну, чтобы разблокировать медвежий капкан? Да. Выбрано. Так, наносит урон и замедляет врагов. Хорошо. Ветка. Замедляет и отравляет врагов. Давайте еще прокачаем. Возможно, установки двух ловушек одновременно. А, это на третьем уровне. Ах ты ж, ё. Это значит, наносит урон врагу, наступающий на нее. Так, у нас и так было прокачано. Замедляет врагов, наступающий на нее. И побольше урона, да, у нас будет? Понятненько. Ну ладно. Блин, подожди. А у меня ж это, да, получается? Я их с собой беру? Блин. То есть, у меня капкан с собой. Фига себе. То есть я могу с собой в начале уже, да, сразу брать какой-то предмет. Нужно было липкую эту взять. Ну и ладно. Не беда. Не беда, не беда, не беда. Что-то придумаем мы с тобой. У нас здесь не показывают время перезарядки, но видно, как она... Не, не видно ни хера. Вау! А, то есть у нее... Блин, у нее урон порезанный, скажу вам. Вот, у нее и ХП порезанный, ё-моё. Ай-яй. Да, это не лучший на самом деле персонаж, значит. Попытаемся, ладно, сегодня только за нее. Сдохнем, сдохнем, а сдохнем мы это точно, потому что у нее урон порезанный с арбалета, но стреляет она быстрее, чем обычно это. То есть, если мы соберем на скорость атаки что-то, на скорость перезарядки и все такое, то это будет имба. Вот без шуток. Шуток. КП, да. Это обидно. И кувыркается она лишь определенное количество раз. То есть я не могу постоянно уворачиваться. Пипец. На урон, пожалуйста. Ухо какое-то. Повышает удачу на монеты. Тупые рога. Он загрелся. Ладно, курица. Из них в основном только еда падает. Блин, лучше... Да. Лучник обычный лучше.
Лучший вариант — это обычный лучник. Таинственная комната. А, камешки меня забрали все-таки. Опа, привет. Замораживающая врага в малом радиусе на 6 секунд. Бомба. Ладно, поехали. Второе дыхание для двойных рывков. Увеличивает здоровье. Замедляет врагов при нанесении им урона. Второе дыхание для двойных рывков. Блин, здесь спорно. Увеличит здоровье, шанс, что враг бросит золото, когда нанесет вам урон. Но у меня лучше здоровье на самом деле здесь. Блин, ну видите, тут специальный предмет для нее, типа ботинки. Нужно, чтобы еще добавили сюда книгу с всякими именно... со всеми предметами, что есть, типа когда мы находим их. Так, туннели, поехали. Начинаем, значит, по часовой стрелке теперь. Раз, два, три, четыре. А я не попал. Пипец. Грохнуться можно. Черепахин. Ты черепахин теперь. Иди сюда, давай. Молодец. Полки, книжные полки. Лучше вот кидать капкан, вот честно. Ой, ой! Капкан тебя ваншотит? Это потому что я его улучшил так сильно? Блин, вот... О, мансую, мансую. Да, вот это жестко. Плюс врагов много. Ех. Вау. Синие гоблины. Красный. Ой, красный. Зеленые были лучше. Иди сюда, иди. Спасибо за еду. О, дурачки. Так, все, а еда где еще я видел? Ух, минус. Отлично. Минус. Так, это в одну сторону, да, у нас вход? Так, отличненько. Монетка. Монетка мне нужна. Блин, ну, мне кажется, доджить дракона будет вот так нормально. Но то, что у меня именно самого ворота нету, это вот плохо. Порезанный урон, скорострельность, ладно, да, хороший. Ну, за счет скорости. Давайте и порезанного урона считать. Тут тоже как бы это главную роль играет. Я даже сейчас не знаю, сколько я буду выносить это. Так, с первым делом выпускать своих мелких. Ну вот что это. По два выстрела мне нужно, чтобы его грохнуть. Три выстрела нужно теперь. А-а-а! Что за фигня? Луч.
спину не работает. Блин, вернись обратно в свое место, спасибо. Да, я могу по два выстрела нанести и все. Оп. В принципе, одного можно оставлять в живых. И тогда... Вау! Он не будет их больше плодить, так? Ладно. А, он грохнул своего. Нафига ты это делаешь? Отлично. Зачем ты это делаешь? Здесь рычаг, да, появляется. Давай, давай, давай. После дракона, по идее, еще дадут нам, да, персонажа? 5 боссов, по идее. Драконы есть. Глаз, дракон. И все. Пока что кого я знаю. Блин, ну сейчас же будет еще... У нас 2 этих, да? Разрушенных вот этих... обвалившихся туннелей 2 раза. Давайте тогда сюда вниз пойдем. Потом середины наверх. Кровать. Неактивная. А чё это за фигня? Ну сколько это нужно дамажить его? Много дамажить. Очень много. И мне хп нужно. Где потратил уже хп? Просто в голову прилетело, когда я... тупой персонаж, ты тупой. Не нравишься ты мне. Неудобные персонажи. Где на скорострельность предметы все были? А, да, мало предметов дают. О. Михаэль. Итак, вы один из тех людей, которые пытаются разрешить проблемы недавних загадочных похищений? Приятно видеть, что есть еще люди, желающие бороться. Вам никогда не придется сражаться с пустым животом. Так, ты. Ага, капканчик мне сразу, да, дали? Я могу выбирать. Первый уровень, это значит, чтобы предметы у меня уже был именно в руках. Давайте сетку попробуем. Хорошо, у нас показано то, что я могу, что у меня сейчас. Так, сколько, 2 руны? Давай. Нужно всех сразу сюда пригласить, которым можно. И погнали. Сначала поскинем в сетку, посмотрим, сколько оно будет длиться. Плюс я прокачал уже для отравления. И это отличная вещь. Блин, хотя там урон был. Ладно, сейчас посмотрим. Отравление где?
Но перезарядка сетки на самом деле дело быстрее. Да, сетка имба. Почему? Где отравление? Пипец, он вообще как будто не бегает. Как будто на месте стоит. Все равно мне интересно, где мои сраные эти отравления. Я ж прокачивал сетку на отравление. Второй уровень сетки. Отравление. Третий уровень сетки. Двойная сетка. Либо я что-то путаю. Либо подождите. Пойди-то. А ну, может у меня сейчас двойная сетка? Нет, нихера. У меня не двойная сетка. Боже. А то, что у меня хп нет, это фигня. А ну посмотрим, кабанчик, на твою скорость. Он вообще не бегает. Замедлять врагов при нанесении им урона. Ребят, да ты что сейчас думаешь? Кидаем мы с вами сетку. Замедление жесткое. Плюс я стреляю. Там будет, наверное, ноль вообще спида. Если да, это жопа. Это просто жопа. Так, посмотрим сейчас. Ох ты ж. 5 монет. Безостановочная стрельба в течение 2 минут. Секунд, ладно. Палец. Более мощный дротик после нескольких выстрелов. Умножение здоровья. Вы не можете есть. Окаменевает. Давайте попробуем. Ага, 3 выстрела и дротик. Хорошо, да, пусть. Сейчас будем смотреть, ребята, на замедление. Блин, а интересно, а у этого лучника каждый выстрел был бы такой? Ладно. Может, у каждого типа персонажа свои предметы на выпадение. Потому что я не вижу, чтобы тут выпадало на скорость атаки. Нет. Готовы посмотреть на скорость? Давай. Он вообще не бегает. Боже, просто челик КФК. Смотрим. Стреляю. Раз, замедление. Все. Они просто через сетку не могут пройти. Имба. Просто имба, плюс сетка бесконечная. Шо, пацан, не можешь пройти? А, подождите, раньше щит ломался. Мне нужно было 5 выстрелов. Да и сейчас мне нужно 10 выстрелов, чтобы щит сломался. А ну, смотрим. Не, ну на самом... Блин, нет, что-то щит не ломается нифига. Пипец там в дротиков него. Не, ну то, что враги будут так медленно идти ко мне, это тоже не очень хорошо. Не, капкан, он то, что... Где мое хп? У меня 3 хп же было, нет? Так, тихо. Да, он есть автовыстрел, но при стрельбе я замедляюсь. Так, нижняя полка. А,
жопа. Просто им жопа. О, камень. Он просто в сетке, вот. Он не передвигается. Давай, атакуй. А, найс. Да, это жестко. Так, начну с этих книг. Новая информация найдена. Внутренняя реакция 0.25. Технология маны 7, кажется, действует... Так, действительно делает их сильнее и улучшает зрение. Но, похоже, у него есть печальные побочные эффекты, которые заставляют их двигаться медленнее. Я просто дам им щит вместо того, чтобы выбросить их. Это, безусловно, подается улучшение. Так, это похоже на то, будто бы я играю с крысами. Мой лабиринт в лесу может этим дуракам заблудиться, поможет этим дуракам заблудиться и сделать дерзких смельчаков действительно полезными. Ведь смельчаки — это не то, кто нужны мне здесь. Так, запись журнала. Я твердо верю, что запрещенное искусство создание рун является ключевым фактом для расширения правивозможностей человеческой расы. Вместе почему-то человек, что-то все вместе, я не знаю, тут пробела нету. Когда ты не самый одаренный в искусстве магии, наличие камней, заряженной маной в кармане, может означать разницу между смертью и возможностью ее избежать. Я не так удивлен, что создание или ношение их было незаконно во всех временах. Вот это получается у нас осколки маны, да? Так, я постоянно обучаюсь, проводя новые эксперименты. Мужчины кажутся более развитые мускул, но женщины справляются с болью намного лучше. В любом случае, они оба полезны. Ребята, вот этих, да, легко убивать. Наверное, громко, да, было? Наверное, было громко. Воу-воу-воу, тихо! Хотя при касании они мне дамаг не наносят. Блин, вот это плохо, что он меня коснул. Придется мне идти сейчас назад. Давай, открывайся. За хпшкой. Отлично. Ваншот. А, ну, в него имбовая стрела залетела. Не-не, мне нужно его сюда кинуть. Чтобы он вообще передвигаться не мог. И просто идет расстрел. А, имбовая стрела. Так, бродячие орки, которые я нанял, отлично справляются с работой, так как они считают себя свободными и хорошо питаются. Так, проход в подземелье готов. Место достаточно уединенное, чтобы кто-либо могущественный ничего не заметил. Место достаточно приятное, чтобы смышленые люди сунули сюда свой нос. Экспозиция модификационного газа в капсуле показывает восхитительные результаты. В какой-то момент они начинают заговаривать внутри, загораться внутри нее. У тех, что выживают, присутствует склонность к использованию огненной магии. Я начинаю привыкать к бесконечным воплям. К
Скорее всего, здесь должен быть английский текст, так как у нас тут русский, видите, здесь очень маленький, типа, прорез между словами. То есть это либо цельное слово, либо вообще вместе оно, по сути, сделано. Мыслим. Как это я так? Комнату зачистил, ушел, а тебя не взял, извини. Так, замедление снарядов врагов. Ништяк. Просто ништяк. Так, ты. Время от времени я считаю, что имею право гордиться своей работой. Оптимизация маны на заклинание реанимации оказалась лучше, чем ожидалось. Теперь у меня могут быть воины-скелеты, которые ходят вокруг, тратя совсем немного моей магической силы. О, еще они не испытывают голода. Новая информация найдена. Так, это я уже читал. Так, вначале мы хорошо хоронили их в лесу. Через некоторое время смерти стало настолько часто, что я решил освободить место в подземелье. Так будет практичнее. Даже самые страшные кошмары не сравнятся с тем, что можно найти там. Ага, все, это значит все-таки новое. Так, это все у нас было. Вниз там рычаг. Да, теперь у нас вообще ништяк. И замедление снарядов. Поэтому если будет вражеский бах, я думаю, мы его одолеем. ХП жалко, что нельзя в некоторых ящиках искать специальных. И полутать. Лутбоксы. Мне ХП нужно. 2 ХП. Что это? Что такое 2 ХП? 2 ХП это просто одна сильная тычка от врага. И все, меня нет. Выстрел. Блин. Это... А, это только начало. Блин, я уже думал, уже сейчас к драконам подхожу. Что, опять серия на 40 минут у нас? Я что, еще с ним не дрался? Вау. Блин, попади в глаз. А, на больших расстояниях, видите, он не атакует. Имба. Этих сетку ставим, закрываем и все. Сделать он ничего не может? Не может. Блин, 10 сфер, жесть. ХП 0. Обида. Нет, нужно место срочно. Это мне нужно еще одно подземелье, да? Зачистить. Чистить еще одно подземелье. Ладно, сейчас придумаем. Как раз десятку эту я отнесу. У меня будет 15, я еще смогу себе улучшить. Сетку? Я сетку буду прокачивать. Блин, где травление от сетки? Я это не могу понять. Отлично, ништяк. А там трупик. Блин, я не хочу это проверять. Можно сначала все зачистить, а потом попытаться. Блин, ну я просто теряю много. Вау!
конечно, молодец. Слушай, защищаешь его? Лучше бы себя защищал. Все, все. Все, он ничего сделать не может. Он ко мне идет, и он труп. Хера я подобрал то, что не требовала. Слабое место найдено. ХП, окей. Блин, а чё за отравление? Почему оно даже так цепляет? Я так не хочу. Так неинтересно. Извините меня. Блин, это щиты, что они не ломаются? Это плохо. Мне не нравится. Ну, короче, я... Блин. Ха-ха-ха-ха. Или пойти попытаться. Но него я вижу красный, он весь красный, не хочу, все. Я лучше пойду, сдам с руны свои, я не хочу их просто терять. Я бы даже туда пошел бы на ту печать, но мне жалко именно руны. 16 штук! Не, 16 это жестко. Нихера себе. Так, стоять. Делимся. Стреляет в ближайших врагов. А сколько стоишь? Блин, 4. Так, нам нужен новый предмет. С некоторым помощью кузнец может... выковать один из... Так, а что он делает? Не-не, вот это что делает? Стреляет в ближайших врагов. Нам нужна инба, поэтому как-то так. Он еще временно, он исчез только что. Но он же навряд ли мощный, да, по урону? Что будет потом посмотреть? Посмотреть, попробовать. Давай, давай, шустрее. У нас еще одно подземелье остается. У меня одно сердце. Блин, они по целому сердцу жрают. Там нюки. Воу! Он отразил мою, да, именно мою атаку. Из-за этого я коцнулся. Не-не, это, конечно, молодец, я понимаю. Но, извини, так все дело, это дело не делается. Агрессоры. Супер агрессоры. Да, вот. У этих, видите, специальные щиты. Я не пойму, что это за черный полос у меня на экране. Ну, давайте. Пипец тут книг. И богу. Вот вы сейчас мне специально рун столько надаете, да, чтобы я потом все равно все просрал. Книжки. А, это было, все отлично. Было так. Внешняя реакция 0.10.
Эксперимент с огнем и жестоким. С огнем и жестоким. Или жестоким, пускай будут. Они продолжают кричать даже через нескольких дней после окончания эксперимента. Это так утомительно. Утомительно. Так, я сдаюсь. Нет никакого способа научить скелетов избежать шипов на земле. Интересен тот факт, что их отсутствие чувствительности к боли делает их менее осведомленными об опасностях и ловушках. Опасных ловушках. Так. Погружение в мой жидкий раствор, обогащенный маной, занимает больше времени для результата эксперимента. Но, похоже, приносят больше стабильные результаты. Посмотрим, пригоден ли он для дальнейших тестов. Гублаты сделают все для вас, если у вас есть для них золото. Так, внешняя реакция 0.32. Насекомые. Кто бы мог подумать, одной из самых простых формул получения положительной реакции маны на человека является использование определенных насекомых. Давайте посмотрим, насколько сильными они могут стать. Запись журнала. Это так странно, что очевидец может говорить со мной, не произнося ни слова. Я отчетливо слышу его голос в голове, когда он смотрит на меня, но он вообще не издает ни звука. Очень интересно видеть такую сильную расу, как люди, не способную использовать ману. Мои эксперименты показывают, что они действительно способны пропускать энергию маны через свое тело. Почему же они единственные, кто не умеет это делать с рождения? Запись журнала. Вчера мне показалось, что я слышал, как кто-то идет по лестнице. Я был так взволнован. Мой план наконец-то реализуется. Оказывается, это был просто бродячий волк, который заблудился, пытаясь найти выход. Может ли человек заблудиться так же, как легко, как он? Так, это было... Камеры почти готовы. Первая группа разведчиков должна была отправлена сейчас, чтобы мы могли получить наши первые образцы как можно скорее. Запись журнала. Сегодня я заметил кое-что интересное. Некоторые из моих творений, кажется, показывают гораздо более впечатляющие результаты, чем остальные. Пока я не знаю причин, но в будущем все прояснится. Кроме того, я не уверен в пределах власти над ними. Поэтому буду держать их запертыми, пока не узнаю больше. С этого момента я буду называть их Райем. Так, иногда я задаюсь вопросом, стану ли я когда-нибудь свидетелем того, как человек лишается жизни эльфа. Прямо сейчас это кажется такой далекой мечтой. Даже мои самые сильные создания не справятся с этим заданием. Так, а там я был, не был. Так, это оказалось намного интереснее, чем я ожидал. Ловушка со стрелами, которую я изобрел, сделала некоторые комнаты настоящими головоломками. Давайте проверим способности людей, которые будут их проходить. Кабаны, живущие в окрестностях большая удача. Они служат хорошим кормом для орков и гоблинов. А, гоблатов. Я также не пренебрегаю этим время от времени. Это вкусно. Так, у нас есть... Блин. У меня как бы тут вариант, куда идти. Так, давай ты ко мне сюда вот пойдешь, я кину тебе сетку. О, ништяк. Топ урон. Все, отлично, минус. Рычаг, плюс. Еще где-то второй рычаг есть. Надеюсь, здесь. Ладно, это не рычаг. Тоже неплохо. Не беги ко мне. Умри там. Блин, только нужно понимать, предметы эти запоминать.
То, что здесь, то не пока... О, хлеб, ХП. ХП! Увеличит здоровье время от времени, увеличит скорость после обедика. ХП у нас на единичку, хорошо. Отлично, минус. У меня хотя бы уже жизни есть. Нихера себе. Не то слово, что ускоряет меня. А, что, не можешь пулять, да? А я могу тебя убить. Так, тут заперто. Ну, последний, где у нас рычаг, может быть, это в этой вот комнате, следующий. Ну, когда мы уходим? Так, отлично. Рычаг. Последний рычаг, 41 минута. Сейчас у нас остается босс, да, только? Нет, комната, еще комната, да. Блин, нет. Хера. Все-таки боссы. А если я выключу здесь все? Или в каком-то порядке это нужно сделать? Нет? Ладно. Ай-ай. Ага, замедление повесилось. Как проверить, где он находится? Не, вот это мало на самом деле. Разводить его будет полегче. Давай, давай, давай. О, ветку мою поджигают, то. И где ты должен был выскочить? Да, сетка поджигается. Это долго. А если я в шею буду его стрелять? А ну, давайте попробуем. Ой-ой-ой. По два выстрела это тоже такое. Пипец. В смысле? Он уже дышал? Я не видел, как он дышал. Бля. Не, ну, она вообще слабая. Она слабая. Ужас. По дамагу. Лучше, лучник обычный. Вот ей-богу. А, давайте, короче, на этом закончим. Новый жилец у нас вон наверху. Ты тоже уже, вижу, здесь приготовился. Ну ладно, давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!